Доброго времени суток, братцы рыбаки. Погода у нас никак не устоится, давление прыгает. 760, 750, опять 760. В общем, люди-то чувствуют себя неважно. И, как правило, рыбалка в такие дни тоже не самое лучшее. Насмотрелся я на ночь Ютуба искусителя Алексея Рефтова с его роликом про ловлю белой рыбы на мормышек и так далее и тому подобное. В общем, не выдержал и поехал. Решил поехать на речку Клязьму, которая протекает в 20 минутах езды от моего дома. Есть такое там место. Вот. Заехал по дороге на ручей. Летом этот ручей достаточно перспективный. Тут и щучка попадается, окунь. Небольшой, не крупный, но интересно половить вот именно на мормышку. Пробежался там по всем точкам, которые мне более-менее известны. Водичка прозрачная, рыбы не видно и поклевок нету. Ну и поехал я на Клязьму. Клязьма, на удивление, встретила меня чистой, прозрачной водой и достаточно низким уровнем, чего я совершенно не ожидал. Резкая поклевка, сейчас будем вытаскивать. Сейчас будем ловить эту рыбу. Вот тут в затишке, прям под берегом, под самым. Начал я ловить на белые нимфы, свои любимые, утяжеленные. Но поклевок не было. А вот после того, как поставил мормышку 0,5 грамма, шарнир одноухий, с мотылем Берки крупным, начались поклевки. Причем поклевки были дерзкие, резкие. Но рыбу засечь я так и не смог. Не знаю, какая-то мелочь. То ли окунек, то ли пескарик. Может, ёршик какой-нибудь на течении. В общем, полчаса ловли вот в этой точке мне не принесли никакого результата. Я переместился на ямку с обратным течением. Там, где было поглубже. Ну что, ребята, поймал я наконец первую плотвичку. Хороша, а? Наконец-то я подобрал к ней ключик. Сейчас будем пробовать ловить, да. А спиннинг? А, красота. С ума сошла, наверное. А? Не, с этим самым, с мотылем. Ну, мотыль искусственный, да. Но все равно хорошо. Поэтому говорю, протяжка, что говорю, какая где-то, можно сказать, стоять. А? Чуть-чуть. Да, да. Вот. Сначала не понял. По дну волочим ее. Ну что, ребята, вроде подобрался у меня ключик. Вот уже вторую плотвичку я поймал. Хорошая плотва. Грамм по 100. Грамм 100 не меньше, наверное. Грамм 100 не меньше. Красота. Так. Так, ну вот попалась, которая кусалась. Это уже третья. О, это подлещик, ё-моё. Это подлещик. Или густера. Это густерка. Это густерка. Ну так вот, насмотрелся Лёша Рефтова кино. Пошли подлещики клевать. Вот такая вот шарнирочка с мотылем. Класс! Спасибо, рыбка! Ну, ты не туда. Давай. Все, началась весенняя рыбалка.
О, какие красавцы прилетели. Гуси, что ли? Не могу понять. Нет, птицы это незнакомые. О, красавцы какие. Ох, какие красавцы. Ой, красавцы. Ну ладно, рыбалка удалась, в общем-то. За часик поймал я две плотвички одного подлещика. Я бы сказал, что я доволен этой рыбалкой. Особенно с такими перепадами давления, которые сегодня я наблюдал. Все, всем спасибо. И удачи на рыбалке.